российский телеведущий Андрей Малахов вляпался в серьезные неприятности. Малахова всей страной выгоняют из телеканала «Россия-1». С самого утра интернет кипит сообщениями о том, что телеканал «Россия-1» скоро останется без лица, точнее, без своего самого знаменитого ведущего Андрея Малахова. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно будет что сказать. Мы начинаем. Нешуточный скандал набирает обороты. Андрея Малахова, ведущего передачи «Привет, Андрей», просят освободить должность ведущего, а саму передачу закрыть. После того, как актер Михаил Мамаев обвинил сотрудников федерального телеканала в том, что они не пустили его на съемки в студию, мотивируя это тем, что у актера на голове была бейсболка с изображением российского триколора. Это, по мнению Мамаева, свидетельствует о том, что телепродюсеры не хотят видеть на экранах все, что связано с российской армией. Произошедшее с артистом теперь активно обсуждают в сети. Публика набросилась критикой на ведущего шоу «Привет, Андрей» Андрея Малахова. Шоумена раскритиковали за непатриотическую позицию. Мол, телевизионщики уже ошалели от бюджетных денег и славы. Произошедшее назвали позором Малахова и телеканала «Россия-1». И после этого во всероссийскую государственную радиовещательную компанию посыпались гневные письма с просьбой закрыть передачу «Привет, Андрей» и уволить с канала Андрея Малахова. Впрочем, были и те, кто защитил Андрея Малахова. Поклонники отмечали, что у шоу «Привет, Андрей» другие авторы. Мол, шоумен там всего лишь говорящая голова. Дескать, Малахов не должен отвечать за бессовестных редакторов. Коллектив шоу «Привет, Андрей» попытался объяснить инцидент случайностью и недоразумением. А Андрей Малахов в телеграм-канале выложил фото Мамаева в кепке в студии. Однако Юлия Чечерина убеждена, что речь идет о целенаправленной пятиколонной политике коллектива Малахова. И первое, что нужно сделать, это обнародовать фамилии этих тайных предателей, сидящих за кулисами. Разогнать всех и немедленно. А Малахов рискует потерять свою аудиторию. Именно так реагируют пользователи сети на происходящее. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!